Всем привет! И сегодня на канале AliExpress Страна Чудес будет очередной маникюрный обзор. Сегодня поговорим о зеркальной втирке для обычного лака. Начну с цвета своего лака. Спрашивали, чем я таким покрываю свои ногти. Таким вот белым цветом интересным. Сразу хочу сказать, что я сама искала такой лак белого цвета, чтобы он меня устраивал. Нашла я его только вот в такой вот умной эмали «Коррекция неоднородных ногтей». Купила исключительно из-за цвета. Сразу хочу сказать, что изначально она матовая, то есть такая вот, глянцевая немножечко вот здесь видно, но все равно более матовая такая поверхность. И вот чтобы добиться вот такого результата, как на этом пальце, я покрываю еще тоже умной эмалью. Она, как видите, голубого такого цвета. Это супер блестящее покрытие. Покупала в Магнит Косметикс. Я знаю, что можно в Улыбках Радуги их поискать. И можно по аптекам посмотреть вот эту умную эмаль. Это что касается цвета. Лака цвета ногтей моих. Теперь давайте поговорим о втирочках. Девочки, существует такой миф, что втирки работают только на гель-лаках. Ничего подобного. Сегодня этот миф я развенчаю. Итак, вот этот пальчик у меня покрыт вот этим супер блестящим покрытием. Я знаю точно, что втирка втирается на вот этот топ зеркальный блеск от Евы. Точно втирается в нее. И сегодня, так как меня смотрят очень многие девочки, которые живут где-то за границей, и им недоступно ничего вот из этого, сегодня будем еще тестить вот такой вот Born Pretty. Это топовое покрытие для стемпинга. Оно нанесено у меня уже вот на этот пальчик. Я уже там чуть-чуть краешек пробовала, тестировала чуть-чуть. В принципе, все работает, но хочу вам показать, как это все работает. Итак. Покрыли сушкой, покрыли вот этим покрытием, любым из них покрыли. Будем сейчас тестировать на этом пальце и на этом. Девочки, зеркальную втирочку. Вот смотрите, как она у меня выглядит. Вот это серебро. Вот с такой вот наклеечкой, вот в такой вот баночке, вот в таком вот пакетике мне это приехало. Сегодня нарыла в одном магазине такую вот втирочку. Цена там с платной доставкой, но если вы не хотите купить абы что, лучше заказать там, где я даю. Я там еще раз заказала себе такую втирочку, потому что мне она безумно нравится. Выглядит она не как серебрянка, а именно как блестки, то есть это все переливается и блестит. Это не просто какая-то серая масса, а это именно такая блестящая, вот прям невероятно блестящий порошочек. То есть он вот так вот мерцает. Чтобы вы знали, если вы где-то что-то еще закажете, чтобы вас не обманули. Итак, я буду втирать вот такими вот штучками. Так, забыла я, как они называются, не суть. Итак, вот на этом пальчике у меня вот это супер блестящее покрытие. Умная эмаль. Я точно знаю, что в нее будет все втираться. Я потому что ее уже тестила. Все прекрасно и все замечательно. Причем надо пальчик покрыть, то есть ноготочек покрыть полностью. Если где-то проплешину пропустите, под лак, под другой, может не втереться. Так, вот у меня что-то уже пошло что-то не так. Что-то пошло не так, но я знаю, что втирается она прекрасно. То есть у меня вот этот вот блеск высох идеально. Так. Все втирается. Будет почему-то с проплешиной. Не знаю, что такое случилось. Но я знаю, что если свежее, ну потому что я руки еще мыла, лапала. Может быть, жир попал. Угу. С полотенца, скорее всего. Так что будет немножко нехорошо. Ну что же. Это мой косяк, девочки. То есть надо втирать втирочку, не трогать полотенца кухонные. Но, тем не менее, видно, да, что втирочка работает. И теперь будем испытывать Born Pretty вот на этом пальчике. Вообще идеально втирается. Вообще просто шикарно. Даже лучше, чем на эту. Но я говорю, что тут с полотенцем я немножечко не подумала. Ой, просто вообще шикарно. Хм, интересно так. Вроде бы руки-то вытирала, да? Ну, вот так вот. Born Pretty лучше работает со втирочкой. Ой, вообще, прям такой насыщенный цвет. Обалдеть просто.
И могу сказать, что втирается гораздо лучше на самом ногте, чем на какие-нибудь типсы. Вот на типсах у меня так не втирается, как у меня втирается почему-то на ногтях. Ну, может быть, просто есть упругость самого ногтя по сравнению с типсами. Они у меня еще там очень часто ломаются. Вот такая вот прелесть получается. В общем, втирочка работает идеально. И даже для полного, скажем так, счастья, сейчас еще возьму так вот тампончик. Мы сейчас еще покроем. Нет, не буду покрывать, хочу это смыть. Не хочу оставлять эту втирку. Я ее все-таки отмою мылом, не буду покрывать. Я уже покрывала вот это, вот этим топом же, вот этим Born Pretty. Эту втирочку можно закрасить, то есть защитить, и все будет прекрасно, и все будет замечательно. Так что, девочки, если вам кто-то рассказывает сказки о том, что зеркальная втирка втирается только в гель-лаки, не верьте. Она втирается и в обычные лаки. И как бы помните о том, что чем темнее лак, тем лучше видно втирку. То есть, если бы у меня сейчас были ногти черным накрашены, то тут вообще было бы просто идеальное зеркало. А так как лак белый, вот эффект немножечко не такой, как бы хотелось. И вот света много. Сейчас попробую я убрать свет. Может быть, так будет лучше видно. Сейчас, пожалуйста, извините. Так. Вот так убрали свет. И вот так убрали свет. И вообще все стало темно. Ну вот так, да? Света мало, но зато так видно, что втирочка-то есть. Вот такая вот прелесть. Возвращаю свет. Хотя бы один, потому что не могу сидеть в такой темноте, в попе негра, как называется это. Вот, поэтому свет я возвращаю. Так что ссылочку я вам оставлю на эту втирочку. И ссылочку оставлю вот на этот топ. Рекомендую. Офигенная штука, заказала еще. Так что на этом сегодня все. Всем удачных покупок, мира и добра. И пока-пока.